Чему снится капуста? Очень часто капуста снится к деньгам. Не всегда, но в большинстве. Почему? Потому что так уже пошел, это сленговый слой, слог, что капуста – это шинковать капусту, капуста – это деньги. Так вот, есть вареную или тушеную капусту, это вы можете получить информацию о деньгах. Порченная капуста во сне говорит о порченных деньгах. Если вы ели квашеную капусту, то здесь, может быть, вам придется разбираться в запущенных проблемах, потому что капуста – это не жесткий символ, он иногда полужесткий символ, поэтому он не всегда может обозначать именно символ денег. Капуста точно так же может обозначать, символизировать пустую голову. Есть такое выражение – ну, у тебя не голова, а кочан на голове. Если вы кормили другого человека капустой во сне, будьте аккуратней, вы можете давать неверные советы. А вот сухие листья на капусте – это, может быть, упущенные деньги, которые можно было бы реально заработать. Вот смотрите, сон мужчине, приснился сон, что он идет по своему огороду, подходит к грядке, где у него посажена капуста, и видит, что на капусте сверху листья засохшие. Мужчина срезает капусту ножом, и листья старые, засохшие, с капусты удаляет. Что происходило в реальных событиях? Мужчин попросили сделать ремонт у соседей. В квартире пообещали хорошо ему заплатить, но мужчина не очень доверял этим людям, так как они не всегда держали слово, и поэтому им отказал. Соседи наняли других людей и оплатили им работу полностью. Когда соседи предложили мужчине снова сделать ремонт на даче, он сразу же согласился, заработав при этом хорошие деньги. Как можно растолковать этот сон? Ищем жесткий символ. Вот жесткий символ – это капуста. Она очень часто символизирует деньги. Следовательно, гибкий символ – листья будут символизировать те же деньги, только бумажные, но те, которые уже засохли и пропали. Поэтому, тем не менее, мужчина срезает капусту, значит, он может получить эти деньги. Зеленая капуста, зелень – это деньги к валюте, валютные деньги, долларом. Потому что зелень-зелень считается, что доллар зеленый. Солить капусту – к материальному достатку. А вот резать капусту во сне – пустым ссором, может быть, из-за денег. Если вы убирали гнилую капусту, возможность убрать порчу на деньгах. Ну, вот смотрите, сон женщине приснился. Она видит, что у нее на балконе лежит в углу горка капусты. И четко видно половина капусты, которая лежала сверху. Вот угол – это всегда внутренний угол, это внутренние переживания, которые происходят у человека. Балкон – тоже дополнительные нервные переживания, которые могут давать. Поэтому, что и половинка. Половина очень часто обозначает, даже практически всегда, на вашу половину. То есть половину жены или половину мужа. Моя вторая половинка. Поэтому в реальности что было? У женщины были проблемы с выплатой денег от работодателя, у женщины мужа. По этому поводу мужчина очень сильно переживал. Поэтому вот такое вот толкование сна. Поэтому видеть во сне иногда капусту, капусту, это, как правило, очень часто бывает именно к деньгам. Но символ, будем говорить, недостаточно жесткий, такой, который только толковать можно в сферу денег. Иногда он бывает, иногда в другие сферы толкуем. Смотрим по всему контексту сна.